Всем привет, друзья! Очень давно я не делал никаких обзоров. Как известно тем, кто подписан на мой канал, я делаю обзоры только тех вещей, которыми пользуюсь сам и, соответственно, выражаю свое мнение личное по этому поводу. Хотелось бы рассказать про такую штуку. Я ей пользуюсь уже с апреля месяца, на сегодняшний день у нас ноябрь. Поэтому, ну, честно могу сказать, рассказать про эту бритву, которая у меня, и поделиться, так сказать, опытом ее использования. Это у нас вот такая вот бритва Philips. Соответственно, коробочка уже, ну, не новая, понятное дело, да? Вот. Бритва Philips, которая бреет без использования воды, что достаточно удобно, если вы, допустим, поехали в отпуск. Я, например, ее брал с собой в Египет. И даже без зарядки, что самое интересное. И, соответственно, там пользовался. В комплект этой бритвы входит, ну, естественно, сама бритва и вот такая вот зарядочка. Что мне нравится в продукции компании Philips, ну, документы, естественно. Что мне нравится в продукции компании Philips, у меня еще есть... Ну, машинка для стрижки, я обзор на нее не делал, он будет попозже, ссылочка будет здесь, ну или в описании, когда появится этот выпуск, и о ней я расскажу потом отдельно. Той вещью я пользуюсь вообще уже даже не помню сколько лет. Так вот, что мне нравится, то что в продукции Philips зарядки вот эти и разъемы вот эти все одинаковые. Я не знаю, как в других, в другой продукции, в других фирм, но здесь я вот увидел, что зарядки одинаковые, это достаточно удобно. Значит, теперь по поводу самой бритвы. Очень удобная в руке, хорошо держится, она не тяжелая, то есть если вы опять же куда-то поедете, то достаточно удобно ее положить, веса она много не потянет для тех, кому важно, допустим, там в аэропорт, вот, то это не проблема. Зарядку, кстати, можно опять же не брать с собой. Почему? Потому что данной бритвы, ну, я не знаю, хватает на... Ой, так, чтобы не соврать. Бреюсь я не так часто, как другие мужчины. То есть, ну, я бреюсь где-то через день, раз в два дня бывает. Бреюсь. Вот, и, соответственно, мне ее хватает заряжать, ну, практически раз в месяц. Что, опять же, повторюсь, удобно. Бритва, вот эти вот вещи закрываются вот такой вот крышечкой. В крышечке есть такие прорези, то есть когда вы ее помыли, то, соответственно, она высыхает, вентилируется. Вот эти вот поверхности режущие, они плавающие, как отдельно, по, ну, как по отдельности, так и все вместе, что, в принципе, опять же, тоже удобно, классно, она повторяет контуры лица. В бритве есть вот такая штука, это типа триммера. Вы можете, когда включите, можете, допустим, там подбрить височек, если вам необходимо. Это очень удобно. Ну, там с краю что-нибудь. То есть классно, удобно. Вот здесь, возле ушей можно, допустим, что-то снять, если необходимо. Классная вещь, удобная. Значит, открывается она вот так вот кнопочкой. Потом покажу, как ее мыть, как за ней, как ее обслуживать. Ну, собственно говоря, что важно? Значит, важно то, что у меня достаточно, ну, такая капризная кожа в этом плане. Если я побрился, допустим, какой-то бритвой, которая хотя бы немножко затупилась, уже начинается раздражение. Моментально на следующий день раздражение есть. Ну, не говоря о том, чтобы, допустим, взять у отца бритву, побриться отцовская, это тоже полная глина сразу же. Вот. Что важно по самой бритве? Чтобы бритва не рвала кожу и хорошо, естественно, брила. Ну, сейчас мы это, так сказать, продемонстрируем, да? Поехали. Ну и все, собственно говоря, уже красавчик.
Ну, не считая того, что я немножко заспанный, естественно, сегодня у нас... Сейчас у меня утро, поэтому вот так вот. Вот такой вот дает результат данная бритва. Достаточно быстро, легко, просто и никаких проблем. То есть она кожу не рвет, раздражения не дает. И это в данном случае мне очень-очень и очень нравится. Теперь сейчас посмотрим, как ее мыть. Бритва моется очень просто. Нажимаем вот так вот на кнопочку, она открывается. Запускаем горячую воду. Напор. И моем. Все. Никаких проблем. Относительно мытья бритвы. Бритву я мою тогда, когда ее перезаряжаю. То есть практически тоже раз в месяц. Вот такой вот кратенький обзор. Кто задумывается о над приобретением данной бритвы Philips серия 1000, вполне можно покупать. Я реально рекомендую эту вещь. Это действительно классная штука. Недорогая бритва, потому что цены на бритвы, на электрические бритвы достаточно высокие. Вот, а на хорошие бритвы тем более. Я могу сказать, что это одна из, наверное, самых лучших бритв, которые есть на сегодняшний день. И ее однозначно, спокойно можно приобретать. И вы, ну, явно не пожалеете о данном приобретении. Ну, кому будет интересно, ссылочка будет внизу под видео. Обязательно подписывайтесь на канал. И вы не пропустите новые выпуски, которые я обязательно для вас сниму. Всем пока!